В эти минуты в Брюсселе уже все готово к проведению трехсторонних переговоров России, ЕС и Украины по газу. Ожидается, что сегодня, наконец, будет согласован так называемый зимний пакет для Киева. Насколько он по времени будет рассчитан? Как будет строиться формула цены и сколько нужно денег Украине, чтобы обеспечить устойчивый транзит топлива в Европу? Все эти вопросы в повестке и, конечно, идеальным финалом сегодняшней консультации стороны видят подписание итогового протокола. Ранее сегодня глава российского правительства подписал постановление, согласно которому Киев будет получать газ в четвертом квартале по цене, предусмотренной для соседних с Украиной стран. С учетом скидки, это чуть более $227 за 1000 кубометров.